Представители Минздрава рассказали подробности двух случаев смерти детей от кори в декабре прошлого года. По информации специалистов, малышам не исполнилось и года, причем один из них родился недоношенным. В обоих летальных случаях родители отказывались от госпитализации, и вот это привело к трагическим осложнениям. Всего с начала января в нашей стране зарегистрировали почти 2000 случаев заболевания корью. В основном болеют дети. По словам медиков, в республике сейчас продолжается дополнительная иммунизация. Положительная динамика отмечается в регионах по охвату вакцинации. На сегодня более чем 70% вакцинировано в таких регионах, как Жетысуйская область, Кызылординская, Туркестанская областях и город Шымкент. И на сегодня ситуация по коре находится на постоянном контроле и продолжается проведение всех необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.